Хорошего всем времени суток. С вами канал «Мамины истории». Как-то пошла в магазин за хлебом, смотрю, возле магазина стоит женщина с колясочкой. Женщина полная такая, даже чрезмерно полная. Вот. Ну, а я заглянула в коляску, там мальчишка лежит. Ну, я и заговорила с ним. Да так и с женщиной разговорились. Она стоит и пряничек в руках держит и жует его. Говорит, да вот решила скушать, чтоб дома не кушать при муже. А что ж такое, говорю. Она говорит, да, такая вот ситуация складывается. И говорит, замуж я вышла, ну как это говорят, по залету. Вот, было 19 лет мне. Муж очень хотел ребенка и решили его рожать. Пока ходила беременная, вот, муж души не чаял в ней, помогал ей все, жалел ее. И когда родила, тоже поначалу жалел и ее, и ребенка. Ну а дальше все больше внимания уделял сыну, много внимания сыну, но не жене. А жена что? Говорит, я начала сильно поправляться, вот, ноги стали очень толстые, живот обвис у меня. И я постоянно слышала упреки со стороны мужа, что ты за собой не следишь, что ты жирная, что ты корова, вот. Что мне с тобой стыдно по улице ходить. И вот так вот получилось, что, как она сказала, пока я была красивая, стройная, тогда была любовь. А теперь, когда я стала толстая, теперь что, как она говорит, прошла любовь, завяли помидоры. Вот. Говорит, у нас уже до того дошло, что... Мне даже некомфортно сидеть с ним за одним столом, потому что как только я беру кусочек хлеба, он сразу на меня косится и таким взглядом смотрит, как будто я преступница какая-то. А говорить уже там о любви, о какой-то, о близости, у нас говорит такого полгода, я уже не знаю, что это такое. И вообще он спать перешел в другую комнату. Вот, говорит, я купила здесь пряников и решила здесь его скушать, чтобы он дома и не видел. Вот такая вот ситуация. Но она не теряет надежды, говорит, я все-таки надеюсь, что я возьму себя в руки, что я похудею, и когда я стану стройной, муж опять меня полюбит. Ну, я сказала ей, что я тоже надеюсь на это. Ну, вот и все. Ставьте свои лайки, подписывайтесь и до новых встреч!